Предприятие, где работает Роман Чурков, задолжало 13 миллионов рублей. В феврале прошлого года они продали недвижимость. За определенный срок должны были приобрести новую, но не успели. Именно это и стало причиной долга. В ближайшие 4 месяца тот объект, который мы все-таки приобрели, у нас арендаторы сейчас заехали, у всех каникулы, просто не платят деньги еще пока. И в ближайшие там 2 месяца начнут платить, и мы погасим эту сумму без каких-либо сложностей. До конца года, думаю, это однозначно. Комиссия призывает должников не дожидаться заседания, а разбираться с долгами своевременно. С вопросами всегда можно обратиться в налоговую инспекцию. Ну что хочется сказать, чтобы начальники управления поактивнее работали со своими должниками, потому что это наш с вами бюджет. Всего на заседание пригласили 24 должника с общей суммой задолженности 93 миллиона рублей. На момент проведения комиссии 18 из них полностью или частично погасили свой долг. Результат есть, результат хороший. Могу только поблагодарить тоже наше территориальное управление за проделанную работу. Это порядка 50% от суммы, вынесенной на рассмотрение, было урегулировано и оплачено. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».